Всем привет, это Mortal Kombat 1. Продолжаю проходить вторжение в 8 сезон, который называется Темный Дракон. Продолжаю я ровно с того момента, где я остановился в предыдущем видео. И получается, что вот между видео вот эти вот вторжения я еще захаживаю в башенке во временной, чтобы нафармить себе пинты крови для того, чтобы мне нужно было... Для того, чтобы можно было выиграть эти самые кристаллы. И там одновременно еще качается уровень. Так что получается, у меня иногда уровень будет резко повышаться. Сейчас вот у меня уже тут 6-й уровень общий и персонажа. Я уже не помню, какой там уровень. Также у меня нафармились кроны. Можно купить ключи. Ключи можно купить. Да, и еще там прикол. Сейчас зайдем в главное меню. Вы же, наверное, помните, что... Не помню, я рассказывал, не рассказывал в прошлом видео про то, что в сезонный магазин добавили для каждого персонажа бруталки. И у меня уже накопилось на одну бруталку, поэтому сейчас возьмем бруталку. Интересно, какую лучше взять? Без лица. И есть время. Давайте возьмем без лица. И сейчас ее, кстати, сразу и проверим, что это за бруталка. Так, ну все, можно идти дальше спокойно. Мочить врагов. О! На счет 3 выполните показанную на экране атаку, чтобы победить своего противника. 3, 2. Так, S. Вниз вперед L. Как раз то, что я не люблю. Такие атаки у меня не получаются. Вниз вперед L. Вниз вперед L. Ну давай, я жму. В чем проблема? Сейчас уже была другая. Что, получается, каждый раз разный, что ли, она пишет? Ну ладно, тогда же лучше. Получается, что сначала, когда я зашел туда, то там было сначала написано одна атака, нужно было сделать, а потом другая. Так. Сейчас попробую здесь сделать... А нет, здесь, наверное, не сделается. Та добивалка, которую я купил. Называется так. Нужно сделать вперед. Вперед-назад.
На диск тени усиления. Вперед назад Кай усиление. И все, что ли, получается? И держать А. Держать назад во время удара. Понятно. А, ну это же на нем нельзя сделать, браток. Получается, тут уже Noob Saibot 8 левел. И если я еще поменял этого Суджинка, Суджинка поменял на сектора, потому что с ним как-то неудобно. Суджинка. А, здесь был сундук закрытый. Опа, талисман. Столько много заряда. Давайте. Электричество. Так, получается здесь. Теперь пойдем направо. Я направо не ходил. Сейчас вернемся. Анималити. Кстати, я что заметил, то что тут вроде бы еще. Я вот одну кнопочку еще прожимаю, кнопочку I. Непонятно, надо ее прожимать или не надо. Выживание. Используйте основные атаки спецприемы, чтобы выжить против зомби. Ой, блин. Зомби-выживалка, черт. Еще нужно разворачиваться. Да, Шао мощный. Одним своим топориком чуть доказывал. Раз, и готово. Раз, раз.
Так. Удерживать еще назад во время использования. Так. Забавно. Да, забавная бруталка. Так, какая там еще есть бруталка? Во время удара жать вперед. Там можно последний удар с использованием портала. Попробую. А, тут же нельзя бруталки делать. Из гибрида. Неисправный бот. Выполните комбо, чтобы ликвидировать киборга до того, как он самоуничтожится. Блин, тут нужно делать за определенного перса, получается. Так, назад тай, потом вперед, вверх. Там непонятно. J плюс что там еще написано? Ай, что ли, получается? Короче, назад, потом прыгаем вверх и J. Еще вот? Что за вот? Да, что, прикалывается, что ли? Блин, вот шляпа. Что за вот? Куда backspace? У меня вообще таких кнопок нету. Еще раз. Получается, не поймешь. Так. Посмотрим его комбо в воздухе. Что там, JK? JKL? Или JK? JJI? Теперь нужно будет наругадывать. JJ? Ладно, попробую JJ. JJI? Или JI? А потом, после того, как я... сделаю, потом вниз-назад L. И еще раз L. Вообще ничего не поймешь. Что за белиберда написано, а? Нет. Не угадал.
И он тут реально что-то поломано, я не знаю. Надо смотреть там на... Может быть, на англоязычном, как там они делают. Потому что... Я, может, пытался бы вот это сделать. Но они, видите, тут это написали как странно. JIK. Может быть, попробовать JIK. А, точно. Угадал. J.I. Мне что, теперь так угадывать, что ли? А, нет, надо нажимать J.I.K. Так, стоп. Что у меня тут в управлении? С управлением вроде все нормально, ладно. Не, наверное, я это не буду мучиться потом тогда уже. Посмотрю, когда как правильно делается, и тогда потом сделаю эту штуку. Потому что... Там вообще описание куда, блин, все поломанное описание. Надо бы только не забыть. Потом вернуться. Брутальная битва, модификатор. Блин. Вы должны победить своего противника, используя... заданной бруталити. Так, небесный маяк. Вниз плюет Джей. Держи Ай. Кстати, новая. Что это с ней? Я не пойму, как делать.
А, вниз вперед, Джей. Сорян, просто за эту... Я за Ашру вообще не играл. Даже не тренировался, поэтому не знаю ее удара. Кстати, ну попробую сейчас показать новый прикол, приемчик Sony. Что это? Он меня убил, что ли? Как он это сделал? Странно, у меня же полное ХП было. Так. Что за ерунда? Блин, еще какая-то, блин. Еще какой-то геморрой добавили. Непонятный. Я жму вниз вперед, Джей. Удерживаю кнопочку Y. Чё не так? Я не знаю, может быть, оно у меня получается тут не открыто, бурталка у этого, не знаю, может из-за этого. Ладно, еще, короче, одну штуку. Испытание порядка, нуб. Уничтожьте цели согласно порядковым номерам до истечения времени. Вот черт. Один. А где второй? А, вон пятая. И сундучок. О, облик на генерала Шао. И реликвию какую-то дали. Так, давайте посмотрим тогда. 32...
процента, 2 сундука из 6. Ну ладно, буду пока что видео на этом завершать. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну а те испытания я тогда буду в следующем видео попробую сделать. Там, посмотреть, что уж как точно они делаются. Просто у меня вот такой... Я думаю, что если вот у Ашры не открыта бруталка, то, возможно, из-за этого она ее не может сделать. Не получается у нее это сделать. Все, всем пока.